Сейчас, погодите, я яблоко доедаю. Яблоко доедаю. Пиздец, пин какой-то у вас высокий, на самом деле. Может, у меня тоже он глючит? Help! Я сказал тоже. Я пишу, кстати, слышишь, урод? Молодец. А ты пишешь? Да, на там, кстати, выбирайте оружие. Let's go. А, быстрый доступ, ящейка. 1 и 2. О, все, я понял. Тут еще и прицеливаться можно. Поняли, да, как сделать, слышите? Что? Притащить? Да, в ячейку, короче, быстрого доступа. Полицейская дубинка. Крепкая синтетическая дубинка. Может быть очень мощным оружием в умелых руках, но довольно громоздкая. Да ладно. Опа! Прицеливается. Так. Это, знаешь, как... Видно то, что я прицелился? Я Сара Коннора из Терминатора. Вот это будет? Блин, видно, что я прицелился? А как прицеливаться? Колесико. О, нет, не видно. Так, патрон не тратьте, их очень мало, пойдем вперед. Слышь, я вижу, одна понял. У нас автомат будет? Тебя это очень сильно интересует, да? Если нет в игре. Если нет в игре автомата, все, это не игра. Нет, там 3 ячейки, я думаю, сразу расставлять 1, 2, 3. Пока там, пускай будет так. Ну там, тут типа инвентарь ограниченный, что-то типа хоррора, сервайвала, или что-то такое. Ой, это что? Обойма, нахуй. Я обойму подобрал. Круто, да? Нет, ты это подобрал или я тоже? А ты. А тут так, конец. Где? Я не хочу потеряться, слышишь, вроде. Давайте только не оставляем друг друга одни. А то страшно отсюда. Да, ты будешь слышать, как я вижу и сумку включаю. Как телочка. О, обойма еще. Дай мне. Так, я взять. На Е. Е. А что-то еще есть? Нет, нет. О, тут что-то... Шприц. Кто взял шприц? Санёк. Санёк наркоман. Вообще. Ну вот там, смотри. Гоу, стреляйте. Ну как он бум вообще попасть? Ну блин. Отдача стрёмная. Да вообще. Ну да, ой, у меня потом. Там еще один был, нет? Убили? Да, да, я убил. Может тут куда-то заходить можно? Там еще. А, стойте, не отправляйте меня. Уже слышу. Я это слышу. Я тоже это слышу. Вот твою мать, что такое быстренько. Фак. Еще один. На кровать. Санёк, блин, ты сейчас сдохнешь, слышишь? Да нет, он меня даже не покоснул. Кровать, блин. По друг другу не стреляйте, слышите? А убивай. Можно? Стрелять, убивай. Да не, нельзя, это что кровать, за кровать? Чё, меня стрельнули, блин, это там? Может, это мог? Блядь, давай какой попал. Кровать, что за кровать? Эй! Кто по мне уебал? Одну кровать замочил. А вот эта херня стреляет с красными штуками, которых не видно почти. Вот, да, это... Слышь? Они стреляются блевой какой-то. Которую не видно. Да, о, видите? Кто стреляется? Да вот эти летающие на кровати. А, но у меня патронов нет, я не знаю. Может как-то пробежать их можно? Нет. И ни у кого нету, да? Смотрите, они останавливаются, что-то стреляют, видите, а, красная такая видит. Херня. Пойдемте в дом, чё. О, пойдем. Блядь. Халява, наверное, прибыл. О! Ебашь или ебаш! Нихуя ебанутый, блядь. Это еще мелкий. Давай. Да, я ему в сраку. Ох ты. Кто ему всадил голову? Шприц тут есть. Да, я шприц уже. Я взял, у меня хпшки нет, так что я лечусь. Слишком частое употребление может, короче, жопу тебе порвать. Шкафы не открываются. О, нашел 8 патронов. Раз, блядь. Я, блядь, да ты слышишь, а чего у всех нет патронов? Я зато сейчас коляску завалю. Эту. Так падает забавно.
Вот здесь, может, патроны есть. Вон что-то валяется, слышь, в кустах. Или мне... Это ящик. А, нет, сзади. Ой, нифига, он с дробашом, слышь. Нифига, он меня пиздит, слышите? Он меня целится, уеби. Нормально. Уебите его. Да я бью. Он меня убил. Ай. Нихуя ты босс, блядь. Сука. А вы такие, блядь, вы так его пиздите забавно. Надо, короче, слышь, надо таких вот этих врагов будем дубинками ебашить. Остальных? О, тут пистолет можете взять. А то я уже слишком много беру, еще такое пизды мне дадут. Там сзади. Давай его заебашим дубинку. Поля взял пистолет? Я взял, да. Надо его отвлекать, короче, взять его. Он охуел? Он проседает. А сзади его бить. Молоток хочу. Вон наверху стоит, слышите? Шмальни ему в репу. Да не, давай ебанем его. Я в репу дал ему. Ну ебанутый какой-то вообще. Ай! Он попал. Ты сука, какая-то, блядь, пизделка. О, трубовик, берись. Я бери, ну кто им? О, кровати, блядь. Саня, бери. Кого? Саня, бери дробаш. Бери дробаш, речи. Кровать летит. Только не трать дробаш, что это. Дальних пидоров. Улетела, сука, кровать тупая. Не, видите, красная херня где-то стреляется. О, я убил ее. Вот это чел. Никого не бан... На, нахуй. На, блядь. Такие гопри да, зацепили да, чел. Стиль игра, блядь. Шприц. Стойте, дайте захаваю. Захавай. А где шприц? Да я взял. Ооо, ты наркоманище. У тебя ебло такого наркомана, вот. Блять, это пиздец. Где-то опять кто-то есть. Вон бегает. Нихуя! Вон бэйб, какая большая хуйня. А я беру пистолет. Дробовик, короче, на него тратил большого. Поближе только, не издалека стреляй. А мы мелкие будем передавать пытаться. Я одному дал. Что-то. Да они какие-то стрёмные, блядь. Хули он стоит? Прицел такой. У него какой-то АИ ебанутый. Не знаю, может это у нас проблема. Как бы что-то он стоит, нихуя не делает. Странно. Странно. Бля, сзади, слышишь? Не вижу. Бля, она ебанутая какая. Парни, я устал, верните назад немножко. Да я ему не можем, Коля. Мы, короче, в люк спустились, да. Мы спрыгнули. Тут не подняться. Но она вот тут стоит, короче. Да я вижу ее. Ай, она тебя пиздит? Нет, мне страшно. Ай! Ебанутая кукла, сдохни! О, тут еще одна. Нихуя они такие страшные, но забавные. Ой, я вижу вас. Ты молодец. Сейчас, дайте мне оружие поставить. Так, тут, короче, конечно... Туда два входа. Ой, слышу, ты СП. Я спидозный. Хочешь, я тебя где? Покосу? Ты вообще, блядь. Скажи. Я шпидозный. Ооо, иди нахуй. Дайте я пойду. Бля, я реально мафин использую. Что-то он какой-то резиновый. О! Тебя у него руки разъехались. Тут опять раз. Что-то валяется, обойма. Спасибо, чуваки, попустили нахуй. Попускать. Ой, бля, я пошел назад, парни. Оля, бессмертен. Попрыгал, у меня кончился этот самый. О! О! Ебанутый! А, что такое твое? Да я ты посмотри на эту хуйню. А, такая, дальше, дальше дышит только. Чиков. Это я слышал, но это я больше застал то, что ты когда закричал. О, такой, это забавно, но она такая за угла появилась. Как бы немножко неожиданно. О-о-о-о!
обосрался. Твою мать! Блядь! А я видел, как у него в видосе. Бля! Я сказал твою мать только. А, у меня кончилось. Я помогаю, парни, я, блядь, служба быстрого реагирования. Так, нет. Ой, да ладно. Ты чего? Да ничего. Билеты, что ли? Там большой впереди. Блядь. Ну куда он быстро идет? Еще одна. Черт, эта херня меня убивает. Может, я его бомбил? Да дерево не убивает. Четко. А, тут что-то валяется, патроны. Картечь. Там еще что-то валяется. Собирайте по дороге. Ай, блядь. Снайперка, слышите? А! Я шприц хаваю. Бля, меня убили, сука. Сейчас тоже схавают. Я, наверное, вначале, да? Вот так? А, блядь! Меня сейчас толкнут. Ай, блядь! А, еще одна. А, тут хуйня эта, ебать! Давай, давай, беги. Еще одна! Блин, я не в ту сторону попытал. А, блядь, у меня морфина нету. Слышь? Еще большой идет нахуй, у меня дробовик есть. Сейчас, давай, ебашь его. Еще один, я вижу, у меня патронов есть. Там еще один большой. Ааа! Сейчас ебнет нас! Умри, сука! Один сдох. А второго нет, не убили никак. Да, бля. Я сдох. Где у меня патрона нет. У меня тоже кончились. Я столько все. А ты видишь меня? Ты... Мы все сдохли, короче. Или вы все сдохли? Можешь, если, сдох. Если красавчик, можешь пойти я один. Да. На-на. Маш, голову, блядь. На-на. Они такие забавные. Да они мощные, блядь, от них, не, от них не увернуться, кстати. Не знаю, мне не получилось. Страшно, блядь. О-о-о, смотри, какой тут чувак. Справа. Прикольно. Блядь, молотком мне уебал, блядь. Он такой размахивается так долго. Все, сдох. Бля, я думал, это еще один труп, нахуй. Ага. О. Ой. Ой, ай, блядь, дух. Блядь, она меня чуть не отпиздила. Ай, ай, блядь, тут сзади идет. Ой, меня убили. Тут это шприц есть. Подожди, сейчас колен, может, мы тебя. Ай, блядь. Бля, сзади кто-то дышит. Во-во-во, я его воскрешаю нахуй. Да, я вижу это, блядь. Ты ему отсасываешь. Может, ты тоже должен это делать? А нет, все. Вот, тут эмка валяется, берите, у меня есть эмка уже. Блять. Что это? Это книга у него, слышно, башки они. Ай! Он идет сюда. У меня опять лаги начались. Ну какого хуя? Слишком. Слишком ебенный лаги моего компа. Слишком ебенный. Мы его убили. Это, кстати, мне кажется, это и есть доктор Порнелл. Там записка о нем. Прочитай. Как нахуй ее пропустить? Наверху слева там крестик. Ну, в смысле, он сам типа регенерирует. Что там происходит? У него голова-то, блядь. Охуенно. А слышь, я нашел две, которые надо уходить. В подвал идем? Да, да, сходим давай, может там что-нибудь есть. Дайте мне оружие тут какое-нибудь, не берите. О, обойма. А или обойму дайте, блядь. Спасибо, кто-то там взял, заебись, да? Да. Дай мне обойму. Кто-то взял, кто за мной шел? Я взял одну. Пойдем наверх туда. Я взял одну. Сука, идите вы нахуй, дайки, блядь. Ну я одну оставил-то кому-то. Так, нет, не сюда, вот здесь, наверное. Ну чё? Ааа! Нихуя! А, блядь! Их тут дохуя, они меня отпиздят сейчас, слышите? Блять. Доставайте дробовики сразу для темки, их дохуя, короче. Там, где я сдох, короче, комната вот как идете налево. Там еще один будет. Я жертвую с тобой, давай, мочи его. У меня лаги. Бля, у меня дисконнект.
Не нахуй. Не нахуй, блядь, я застрял в нем. Гейм овер, блядь. Сука, я в нем. Блядь. Да хуй мне эту паромку, блядь, пусть он не башит. Что-то. Что-то да, происходит. У меня черно-белое. Ай, блядь, уебите его. Пиздец, у меня хп нет, я шприц заебашу. Ай, там это стреляет. Да летом он... Не, я думаю, подожди, мы в прошлый раз зарядили. Давайте убежимся, а я... Он придет сюда, и я его с дробовика, да, я его с дробовика заебашу. Если у меня получится. Ай, блядь. Все, ждем, короче. Да блять, кто меня не пускает? Кто? Пиздец, блять, все патроны истратил, он живой нахуй. Патроны это нельзя выкинуть, да? Так, это нельзя. Блять, что? Меня убили, блять. Ой, мы сольем пустим, блять. Да, блять, да, он стреляет через меня. Не справлюсь, мне куда идти. Ай, блядь! Нихуя! Блядь! Такой просто эпик. Он тебе, блядь, ты заходишь, и тебе сразу в голову, блядь. Блядь. Ой, еще большой. Бля, я пошел. О, большой мне с одного удара. А, у меня здесь КП было. Блядь, не со мной бегут. Блядь, их тут нахуя просто нереально. Пиздец. Умрите, суки! Умри, блядь! Бля, я докуда ты доказал... О, блядь, обойма Глока. Перезаряжай, чувак, перезаряжай! Я сейчас до вас добегу, короче, если смогу. Блядь, тут, правда, жирные ходят. Нихуя мне ёбнул, блядь. О, там еще, блядь, двое больших. Нахуй, короче, надо. Сейчас, подожди. Все, блядь. Ебал нахуй. Сука, я не могу. Уебись, твоя игра, блядь. Блядь, я устал. Кость, куда убежал? Я не знаю, я убежал куда-то. Стой, подожди меня. Кинули меня, блядь. А хули с тобой делать? Тут вот длинный идет, но от него можно бегать спокойно. Давай, подожди. Нихуя! Чё ты? Пиздец, она орёт ебаньку, да? Был бы я сыкутливым пидором, я бы обосрался тут на месте. Кто ты пидор? Рок-н-ролл. Мочи. Еще один. Пиздец, игра, блядь, охуенная. Это аркада, блядь, чистой воды, блядь. 50 кликов в секунду. Гриндилка, блядь. Ой, ты начал опять. Да ладно, ладно, чё. Слышите, он стреляет? Здесь сейчас пизды дадут, слышишь? А, нет, все нормально. У меня барфина нету, блядь. А чё это, блядь, сопение? Блядь. Какого? Она не открывалась, блядь. Ебанутая хуйня. А, драпу. Где? Ай, блядь.
всех по 10 кп, кроме Коли. Ай, блядь! Маленький ребенок, блядь. Пошел ты на. Обосрался. Да, нагадил. Есть? Нет, там дробовик нахуй. Застрелил меня. Сверху слева. Поднимайся налево. Лучше сверху, да, давай. Интересно. На драп, давай, на драп. Пал такой. Давай, давай, идем, идем, вперед, все. Попали, сразу драпу. По кому попадутся, драпу, блядь, они стреляют. Вперед, давай. Где, куда, блядь, я не знаю куда, может его отпиздить надо? Я думаю, да. Пиздить. Можно. Вот, прятаться, блядь. Ебашь его, ебашь, отпиздили. Вот. Няшка. Ну или она меня... Ой, их еще две. Лёха тут спасала. Меня загасили. Давай, да, Коля. Давай, мочи, мочи. 3-4, давай. И она свалилась в бревно. Да какой вообще одна бегаешь? Давай, давай. Руки, конечно, заебись. Лёха, я тебе видео скину, порвешь. Это кора вообще. Такие звуки. Звук бревна такого падает. Резкий. Мы вот вперед шли на кучу. А, вот она, видишь, у меня так же. Да не ход сюда, я знаю. Блять. Я и думаю, что по мне это ножницы не попали. Ой, блядь, блядь. Да, бегите, блядь. А, меня вырыбили. Пистолета опять нету. Я драпу даю. Ты же там нормально. Веселье, да, в доме? Да вообще. Ты бы мне помог. Да, тут наружу был, точнее, вышел. Этот хуй. Ну, я убил ее. Ну, опять. Заклевали эти палки-то творятся. Опять нету ничего. Ой. Слышишь? Да, всё, это нам хана, короче. Я побежал. Да не, прикольно. Ой, я вижу его слева. Не, прикольная игра, слышишь? Ой, это босс. Побежали. Это босс. Понятно, это босс. Не, на самом деле забыл. Не бегай. Я вон выпилил одного. Нифига, с одного раза. Блядь, блядь, блядь. Давайте, чуваки, мы бригада, твою мать. Так, я. Смотрите, подходит сразу трапу, давайте в другую сторону, противоположную. Да, возьмем его в круг. Давайте здесь на полянке. Вот он. Надо уворачиваться, слышите, два раза вниз. Ну идти, в сторону, короче. Я назад так уворачиваюсь. У меня патроны кончились. Блин, он меня даже еле задел. Блять, он меня тоже вырубил. У меня там очень мало осталось. Давай. Убивай, убивай. Я не мог оружие поменять. Кто топает? Кто топает? Бля, ладно, я вас резаю, короче. Ну, дверь. Это мы оттуда пришли? Да, наверное. Что-то на обратную сторону. Да, тут вон стрелка, блядь, нарисована для даунов. Для ПК даунов. Да, один. Ну это, короче, видимо, локация из сингла, короче, но немного по другим сценариям мы идем, типа в кооперативе. Какой этот чел ходит? Застрял.
пизда, короче, вам кажи. Да не, Коля там, блядь. Да, Коля уже все нахуй сперся. Нормально. Давай, ну, добивать надо этих нахуй. Есть чем? Блять! У меня дробовик есть. Заебал. Да убить этого плюющегося главное. А ты того убил, которого другой был? Которого, вот где я сейчас валяюсь, там сдох этот чувак? Да. Вроде да. В окне я его дорубил. Давай. Да блять! Блять! Я даже уйти не могу, меня сразу стреляет. Справа кто-то. Им в голову стреляю, все как бы. У них обоими валяется, да? Блять. Блять. Давай, ну дробовик. Я резко. Ой, блядь, бежим, бежим, драпу даем. А он рядом, блядь, пиздец. Давай, придется, видишь, что попробуем. Драпу тебе, давай. Да, он, блядь, если бы не он не повез бы. Там был Аснекернал нахуй. Да, шансы у нас были. Надо его убить? Нет, нет. От него можно убежать. О, Коля, герой. Ты что, я бил его? Я следующий. Блядь, что меня убил? Блядь. Беги, Лёха. Это не я. Это я. Это сейчас он меня ногой, хопа. Сейчас я пойду пойти. Прям. Ой. Так, Франклис. Это жопа какая-то. Почему? Как? Он рандомно, что? Он рандомно появляется. Все, теперь я согласен. Нам может это вообще. Ой. Нам не выжить однозначно. Бля, он так корно наступает. Ну да. Ай-яй-яй-яй-яй! Это тоже. Сука, другая хуйня. Ну ничего, зато я не умираю и фотаю его. О, аналогично. Все, мои батоны кончились, я не знаю, это... Адовый придурка. Ой, мне хана. Бам. Я пока его резу. А, нет, ну вот. Я резу. Давай, резу. У меня патроны все равно нет. Я его отвлекать буду. Поди. Да. Давай пойду пожертвую собой, что ли, попробую его зачипить. А, в смысле, а что мне делать? И если я его зачипаю, а, слушай, то Санек это сам. Может резнуться еще. Я скоро резну. Давайте, чтобы никто не. Чтобы не подохли всех, я буду здесь сидеть. Ну что, нет, он нет, вроде да, не понимает. Давай ты здесь будешь сидеть, слышишь? Ну это 18 хп. Да, поэтому, а я пойду чипну. Место. Все нормально, качали. Чел. А ну, кстати. На. Пойдем? Ну кто там первый? Я иду. Как он меня убил? Кабан. Вы видели это? Он своей рукой сквозь кого-то, короче, ударил. И эта рука ударила меня. Не пишите. Прям. Прям он у нас. Он там? Кровать за ним будет. Да не только кровать, и эти с молотки.
Какая кора, давай, собирай паровоз. Красавчик. Иду наверх. Смотри наверх. И по сторонам, по сторонам. О, смотри. Help! Help! Я прокачусь. Нахуй. Ну как, блять, нормальные люди. Как в жизни, короче. Я тебя жопу буду резать. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Сука. Кто там? Кто там? Так в жизни не пойду. Пакет там, блять. Пакет. А где он? Я не вижу, справа? Он впереди. Yes. А, блять, а мой труп не поднимается. Я знаю, а я качаюсь так, короче, я вниз, но у меня камера качается. Ай, сука. Блять. Да ты захлебал. Ты кого? Все нормально, подрычком откачал. Мне кажется, тут что-то плохое будет, да. Ммм, заставочка, все? Waging battle against the dreadful demons of Simon's book was, without a doubt, one of the most horrifying experiences we ever encountered. But somehow, we survived it by working together. We managed to stop Simon by cutting off a chain of events that would have led to the sorrows of destiny. Надеюсь, они не доедут до дома.